И всем привет, друзья, и пацанам Ютуба, у микрофона Максимус, и сегодня мы обсудим с вами самый главный, по моему мнению, секрет, что Тоби Фокс спрятал в свою игру под названием Deltarune, которая имеет больше общего с Undertale'ом, нежели кажется на первый взгляд. Поехали! Итак, сегодня мы обсудим с вами многие секреты из игры Deltarune и попробуем связать их в одну интересную теорию, которая зародилась в моей голове. Хочу поблагодарить многих своих подписчиков, которые помогали мне с подтверждением достоверности теории. И также огромное спасибо передаю Илье Кашин за помощь в разборе игры. Начнем же сразу с тех секретов, что мы можем неожиданно обнаружить при создании персонажа. Как мы знаем, если назвать наше творение или же создателя именами персонажей из игры, то на экране появляется текст «Интересно», «Очень интересно» или же «Какое совпадение». Такая фишка работает с именами популярных героев Undertale, на примере Undyne, Alphys, Sans и так далее. Но среди всех этих имен есть одно самое особенное, которое делает так, что вся наша игра слетает или же крашится. И это имя... Гастер. Один из самых таинственных и секретных персонажей во вселенной игры Undertale. И скажу вам больше. Вероятнее всего, это единственный персонаж, который имеет прямую связь сразу с обоими вселенными. Как мы знаем из интервью с Тоби Фоксом, он сказал, что Deltarune не является сиквелом Undertale, и что мир Deltarune отличается от Undertale. То есть чисто теоретически это другая вселенная, просто со знакомыми персонажами, которые могут не знать о существовании друг друга, как это было в Undertale с Undyne и Alphys. Но если говорить о Deltarune, то там наша знакомая человекоподобная рыба даже не знает о той, с кем она была подругой во вселенной Undertale. Но суть в том, что все связанное с Гастером говорит о том, что он обитает в этой вселенной. И не как слегка измененная версия своего клона из Undertale. Вероятнее всего, Гастер лишь один. И именно сегодня я хочу вам рассказать, почему это именно так, и что прячется за тенью сюжета игры Deltarune. Начнем с многочисленных секретов и пасхалок, что мы могли наблюдать в самой игре, и которые дают лишь больше намеков на то, что Гастер есть в мире Deltarune. Первой же пасхалкой является звонок телефона, и если ответить на вызов, то можно услышать знакомый нам шум, который мы уже слышали в Undertale. Именно этот шум проигрывается в комнате под названием Room Gaster, где нам и рассказывается про известный и таинственный эксперимент номер 17. Deltarune же нам после прослушивания этого шума пишут, что видимо телефон сломан. Но что-то я очень сомневаюсь, что поломка бы вызвала такие звуковые эффекты. Следующей же пасхалкой или же отсылкой является один из персонажей в Deltarune. И сейчас я говорю про птицеподобное существо, которое говорит, что любит читать книги. Если внимательно присмотреться, то... Фигура птицы очень сильно напоминает одного из последователей Гастера, а именно то существо, что мы встречаем в комнате под названием Roomfire Elevator L2. Ну и последней на данный момент найденной пасхалкой является неизвестная дверь, при подходе к которой мы можем услышать вот такие вот звуки. Кажется, мы смогли найти его. Гастер. Там. И это еще не все. Было найдено множество отсылок, которые могут значить гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Хочется просто сказать, что по словам последователей, Гастер был великим ученым, и то, что Асгор так долго выбирал лучшего, это все имело смысл. Но его жизнь резко оборвалась,
и что одно из его творений разорвало его во времени и пространстве. Но, как мы видим по Андертейлу и Дельтарун, Гастер наверняка жив, и даже скажу больше. Он буквально путешествует между этими двумя мирами, используя телепортацию, которую мы наблюдали при встрече с ним в Румгастер. А также мы наблюдали это у последователя, в чьей руке находится кусочек Гастера. И знаете, что еще самое интересное? Вспомните официальные карты Таро под персонажей Undertale. Так вот, среди них есть карточка Гастера, которая смотрит через плечо на нас, стоя напротив двери, которая явно куда-то ведет. То есть это говорит о том, что Гастер на данный момент либо способен на телепортацию, либо он застрял между двумя мирами. Да, к такой интересной гипотезе я и некоторые мои подписчики пришли после того, как я рассказал некоторую часть своей теории. Вспомните слова последователя. Его разорвало во времени и пространстве. А что, если его не разорвало? А что, если Гастер не умер, а получил некую способность? Но ее также можно назвать проклятием. В науке есть термин, и он называется квантовое фазирование. Это когда частицы того или иного тела переходят из одной формы в другую. Но тут уже не телепортация, а атомное изменение молекул. И раз уж тут речь идет о путешествиях и перемещениях между вселенными, то именно явлению Гастера можно дать название мультивселенского фазирования. Но что нам об этом говорит? Есть догадка, что Гастер застрял между двумя мирами. Одна его часть находится в Undertale, а другая в Дельтарун. И именно за теми дверьми прячется тайна, которая, возможно, бы объяснила все это. И, возможно, за той дверью прячется устройство, которое является неким подобием той машины, что мы можем найти в игре Undertale. Именно за домом Санса. Полной информации, что это за машина и для чего она нужна, у нас нет. Так что и отрицать, что такая же машина может быть за дверью в Дельтарун, мы не можем. Все вышесказанное и вправду может оказаться правдой, учитывая, что Гастер не только разрабатывал средства искусственной решимости для возрождения монстров, но также он изучал временные линии и различного рода аномалии, про которые знает Санс, который, как известно, имеет огромную связь с этим персонажем. Но помните, все вышесказанное лишь теория, и я не утверждаю, что в игре будет именно так. Но если вам понравилась эта теория и этот ролик, то обязательно поставьте ему лайк. Напишите комментарии со своим мнением и, конечно же, не забывайте нажимать на кнопку подписаться. Если ролик вам очень сильно понравился, я, пожалуй, расскажу вам еще одну теорию по этой игре. Ну а на этом у меня все, с вами был Максимус. Про лайки и подписку не забывайте. Смотрите описание, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на мой второй канал и добавляйте меня в друзья ВКонтакте. А также и плейлисты с теориями по другим играм гляньте. Может, что-то вас заинтересует. Ну что ж, на этом у меня все. Всем хорошего настроения, всем бай-бай, удачи!